Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим салат из крабовых палочек. Вот здесь у меня крабовые палочки нарезаны. Я высыпаю меленько, мелко порезанные. Огурец соленый один, мелко порезанный. Яйцо одно, мелко порезанное. Кукуруза консервированная. Ну, я ее не всю буду высыпать, потому что для украшения оставим. Здесь у меня оливки для украшения и укроп мелко порезанный для украшения. Сюда не солим, не перчим, ничего добавляем. Где-то ложку одну майонеза. И перемешиваем. Ложки маловато, добавляем еще половинку, чтобы не было много. И вот мы уже салат перемешали, попробовали, на вкус он очень вкусный. И сейчас мы будем класть его на тарелочку. Но класть будем в виде подковы. Потому что год лошади, подкова приносит удачу. И вот я уже сформовала вот такую подковочку. И сверху я сейчас выложу нашу кукурузку. И вот так примерно выглядит наша подковочка, украшенная пока кукурузкой. Сбоку мы украсим укропчиком. И вот уже наш салатик выглядит подковочкой. Здесь у нас подобрали хорошо укропчик. И теперь я порезала оливочки такими кружочками и сделаем как бы наши гвоздики на подковочке. 7 штучек надо. И вот. Можно черные, у кого какие есть оливочки. И вот такой у нас получается салатик, подковочка. Еще я вам хочу сказать, что подковочку, если она вот так, значит, ее надо повесить с уличной стороны двери. И так как она отгоняет разные злые силы, а на двери уже из квартиры подковочку вешают вот так, чтобы сохранять благополучие и любовь в вашей квартире. Приятного аппетита и удачи вам!